Приветствую вас, джентльмены. Продолжается Аутист 2. И оказались мы где? А оказались мы в полной жопе. У меня хорошие предчувствия на эту серию. Ну, точнее, у меня-то не хорошие, вот у вас должны быть неплохие. Судя по всему, сейчас наконец-то будет страшно в этой игре. Возможно, впервые за все время спрятаться. Спрятаться в пне. Интересно, какое явление природы выдолбило этот пень настолько удачным образом, что в нем можно снычковаться. Наверное, тот самый пень из песни Сектора Газа, где-то тут рядом должна быть елочка. Вот она, наверное. Елочки тут, кстати, такие, что елки из War Thunder таким уж говном уже не кажутся. Естественно, по логике и сути этой игры, мы упали не куда-нибудь, а в ущелье коридорное. Шаг влево, шаг вправо приравниваются к произволу. Поэтому здесь можно идти только прямо, только вперед. На какие-то не очень классные звуки. Что-то там, по-моему, кто это вякнул? Кого-то, мне кажется, только что... Ух ты, блядь. Кого-то только что там прикончили. Вряд ли это был он. Я не очень-то свежие трупы обычно нахожу. Этот вонючий червь принял свое благословение за болезнь, попытался сбежать, я сломал его. Не повторяй его ошибок или грехов. Бог его, пророк, любит тебя. Любит тебя, особенно в попу, я бы добавил, потому что тут же племя тархунов где-то, которые с верунами воюют. Так, давай в темпах спецназа. Аккуратненько. Шажок влево, шажок пролево. Две шаги налево, две шаги направо. Ну. Чё это глаз так поднялся на эту ветку? Сохранение. Возможно, сейчас будет жопа. Бля, батарейка ты нашла, когда садится. По-любому из-за микрофона села. Так, пока вроде тихо. Опа. Смотри, смотри, смотри. Бля, сомневаюсь, что это ежики, сука. Ну, давай, перезаряжай. Кстати, неплохо камера показывает. Когда вот он ее убирает от лица, я, возможно, так бы и реализовал на постоянной основе. А-ха-ха, блядь, ебаный в рот! Сука! Я же речь толкаю. И куда он убежал? В скалу, что ли? Нахуй. Не знаю, что за пидоросня тут бегает. Ой, ёб твою мать. Хули тут все трещит-то? Он наверху? Нахуй, врубаем вторую космическую. Ах ты ж, ёбаная мразь. God bless. Сакис, больные здесь. Больные там, больные тут. Но бежать напрасный труд. Я как-нибудь потом посмотрю, сука, это, или что. Что он там, блядь, накорябал. Отвратительно, боже, сохрани. Эти люди сгнили даже до того, как были убиты. Блять, его охуительные замечания такие же классные, как местные записки, блять, с непонятным текстом. Журналист писал интереснее в первой части. На то он и журналист, собственно. Не, ну та собака, которая там пробежала, это же не сифилитик, правильно? Это же сифилис в собаку-то не превращаю, ёбаный в рот. Ебать тут Освенцим. Добро пожаловать в это место духовного исцеления. Вы напуганы и больны, чего и следовало ожидать. И вас переполняет стыд, чего и следовало ожидать. Вы знаете, что вы здесь из-за своих грехов, чего и следовало ожидать. Но я могу снова сделать вас чудесными и чистыми, чего не следует ожидать. Когда в храм врат пришли все эти болезни, папа нос своей мудрости и доброте распознал, что они были вызваны духовными болезнями, чего и следовало ожидать. Не верьте лгунам и распространителям страхов, если они говорят вам, что вы больны сифилисом, гонореей или другой лживой болезнью из внешнего мира. Эта болезнь души исцеляется тоже только в очищении души. Не птите, не лгите, будьте послушны Господу и Папе Ноту, и в особенности его священнику Лерду. Бог любит вас, как его пророк. Правильно, подхватил на конец приключений. Иди макай в святую воду местного разлива.
Я, естественно, ни в коем случае не имею в виду. О боже, тут еще какое-то дерьмо. Блять, не обязательно. Рядом с ним ползать, что ли? Фу. Блять, тухлятина, сука. А это что за хуйня? Ну что, мандавошки, что на чешется? Он с не зайдет. Отойди от меня нахуй. Даже не думай, бля, протягивать ко мне свои триперные конечности. Не пожалею камеру дорогущую, сразу объявлище разобью, понял? Это что такое? Ёп твою мать. Ёп твою мать. Опа. Ахаха, блядь, ты-то нахуй хули такое? Пизду иди. Это же этот прихлоп бил, наблевал на меня. Ты чё, блядь, ты чё нахуй, мразь? Ой, ёбаный, блядь. Блядь, и пизды ты ему не дать, еще больше обблюет. Сука, вот уёбок, бля, конченая мразь. А ты чё идёшь, животное? Отошли от меня нахуй, твари. Паскуды, твари, мрази. Блядь, это как пещера в Dark Souls, там по-любому какой-нибудь меч в конце. Будь чистым, сбери чистым. Так, тут за мной погоня. Вялая. Блять, я таких видел в ходячих мертвецах, но они там не от сифилиса такие были. Распелся, исцели. Блять! Заебатый удар в ухо. Пропидоры, сука, да что ж за ебаный тандем? Ты же смотри, что делают. И поехал. О, заебись, как вкусно. Чё, ел-то макароны? Охуенно мне ебало набили. Отлично вообще, вот это бомба. Вот это тандемная работа. Мать вашу, так, блядь. По жопу. Так, где-то здесь этот хуй на меня нападает. Нет, в этот раз обойдется. Чухан, блядь, ёбаный. Открой дверь, падла, блядь. Куда идти-то? Там хуй с ножом, тут. Пошел в жопу, пидормос. С дороги нахуй ушли, твари, блядь. Порежу всех. Никто не против, если я тут побинтуюсь. О, боже, мать ваша. Опять кто-то пришел. Обещайте собственное тело. Бля, господи, ёб твою мать. Ну и что опять? Какой с фонарем пришел? Любовь. У кого-то нового привели, что ли? Не понимаю, что происходит. Но эти пидоры дико агрессивны. Выглянуть из-за края. Хер мне его выглядывать. Интересно, когда тебя сифилис не заблевывает, ты что, не заражаешься, что ли? Не надо, что он тебе на член наблевал, чтобы венерическим передалось. Вроде как я... Блять, за что нахуй? Игра вспомнила, что такое скримеры, что ли? Все, у главного героя зрение портится. Первый признак сифилиса, блядь. Если у вас херово со зрением, сука, скорее всего. Ладно, ладно. Че ты, блядь? Ай, блядь, там вообще хоть что-нибудь записывается, я надеюсь.
смогу добраться дальше. Второй раз я таких эмоций не выдам. Так, ну вроде все ровно, вроде все. Все пишет. Вот, блядь, сука, сделали бы плагин для OBS с индикатором записи. Ну что за ёб твою мать? Ну это надо Биллом Гейтсом, что ли, каким-то охуенным быть. Блять, очередная подлянка. Это полые. Ох, ёбаный в рот. Ох, ёбаный в рот. Ох, нахуй, Far Cry Primal, блять, начинается. Ах ты ж, ёбаная сука. Чё это такое? Это алхимик? Да, это мастер-бластер из ебанутого Макса 3. Давай, горбатый вряд ли быстро бегает. Хоп, хоп, зигзагами, зигзагами. Не знаю, куда, сюда, наверное. Блять, стоп, через лес, через елки, похер, хорошо. А-ха-ха, блядь. О, на, поеблищу, давай, неси его полностью. Да, 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 бог ненавидит. Тебя бог вообще обосрал, ты на себя посмотри. Ёб твою мать, что-то я не понимаю, как тут вообще действовать. По какому принципу, блядь. Ой, как они меня ловят. За ногу, что ли? Мать твою, тоже за ногу, да. Сука, народит пизда уродов, господи. Да я в Battlegrounds бы тебя уже убил из-за этого дерева давно, радость у меня. Я бы тебя копьем бросил, если бы у меня это было. Ах ты пиздец, ну ты уебок, блядь. Мотай, мотай, на нахуй, не успел замотать, стрела была отравлена по любасу. Не, я чё-то вообще нихуя не понимаю, короче. Как тут быть-то, блядь? Там, сволочь, блядь, сам ты сволочь, сука. Вот единственное, что я понимаю, это что за этой ёлкой меня вроде как пока не достают. Мимо, ёпта. Это сиамские близнецы или он у него на шее сидит? Ну давай же. Мимо, кассы, лох. Блять, ну я же ёбаный в рот. Ну ёб твою мать, да пошла ты, проститутка. А, блять, какой же мудак это делал. А, блять. Как нахуй бесит эта игра, ёбаный рот. Блять, ну просто пизда, я не понимаю, на логику. А, я понял, надо палатку, наверное, в эту спускаваться. Ну ты, шароёб, бля, давай. Ну, давай. Направь сюда свою лошадку. У меня деревня есть лошадка. Хоп. Так, где-то тут меня поймал просто пидорас. Опа. Блять, явно хуёвая идея бежать на свет фонаря. Блять. Уж лучше сифилис нет. Бля, нихуя не пролез я в палатку, блять, что-то. Тесно там, ёпта. Оп. Да, лох, ёпта. Оп. Топим. Хопа, обошли. Так, мы захватываем полупозишн. Включаем дальний. Нахуй дальний, ничего не видно. Давай, щельку. Ну давай же, ёб твою мать. Ёбаный в рот, это еще что за хуйня? Блять, ну долго эти флешбеки будут ебать мой мозг, ну? Надоело уже. Сюда, Блейк. Джесс, я не пойду, тут хуйня какая-то летает по коридору. Мы тут не одни, я знаю, блять, меня за яйца уже схватанули как-то раз. Ну сюда. О! Думчага, ёпта. А, нет. Отец Поркари сегодня вызвал мисс Грей
с урока физкультуры, чтобы побеседовать с ней. Отец Лутер Милх говорил мне, что она слишком чувствительна, и что это нехорошо для нее. Нахуй они пробел жали после каждой буквы. Я в этом не сомневаюсь, бедная девочка. Я знаю, что ты общался с ее отцом и его выдающейся личностью, а ее мать была настоящей трагедией. Да упокой Господь ее душу, но все-таки отец Лутер Милх считает, что поехать на экскурсию на фабрику пианино было плохой идеей Джессики, и я склонен с этим согласиться. Есть высокий риск того, что она сбежит. Кроме этого, подписью отца на разрешении выглядит немного подозрительно. Скорее всего, она поддельная. Мне нужно ваше подтверждение на отмену разрешения. Мы рассмотрим... А, блядь. Сука, тут мышка ебучая, ничего. А, вот. Мы рассмотрим его на библиотечном занятии в тот день, Шелли. Шелли Абрахам. Пизда какая-то хуйня. Ох, ёпта, мать. Кто из этих двух педофилов отец Лутер Милх? Интересно, что батарейки отсюда переносятся туда, где в будущее или куда там, как сказать-то, в реальность. Типа и чё? Может опять на потолок куда-то надо? С таким звуком у них сортиры открываются. Блять, так дверь скрипнет, обосрешься раньше, чем, блять, до унитаза очко донесешь. Очко до очка. Я что-то вообще, блять, нихуя не понимаю, что надо делать. Может, он что-нибудь скажет? Способ отсюда выбраться. Наш карантин. Так. Окей. Значит, продолжаем ходить по этой заебательской школе. О, подожди-ка, здесь только что дверь разбила. Так, я оттуда пришел, а вот здесь я точно не был. Ох, ты ж ёба! Ха-ха, экзорциста! О, ёб твою мать! Ах ты, сука. Эй, я хотел ее отснять, блядь. Почему он перестал снимать, не знаю. Но когда камера вот так блымает, это значит, что рядом вот этот пидорский дух, который летает. А школа-то тут с душком, сука. Ох, с душком, сука. Блядь, что, батарейки-то будут? О, тихо, ну хорош, ёпта, ничего же не вижу. Что... Ну, батарейку дайте, ёпта. Подайте батарейку бедному подсевшему зайцу с барабаном. Ну что за ёб твою мать? Эй, а почему коридор-то удлинился? Между мной... И тобой. О! Я жопу чувствовал, что она должна быть. Между мне, ей и мной была какая-то две дверки максимум, а сейчас 4, 6, 8 комнат уже. Блять, еще тут говно садится. Я тебе сяду, бля, я тебе сяду, я тебя басу. Опа, все. Медичка. А здесь, ну, что, максимум какая-нибудь бумажка или компьютер? Нет. Что-нибудь, файлы текстовые, съемки. Ну, давай, я знаю, что тут вряд ли будет еще одна батарейка, но хоть что-то-то должно быть, ничего нет. О, будьте осторожны. Что? Глазки с тем, что видите. Будьте осторожны, глазки с тем, что видите. Будьте осторожны, глазки с тем, что видите. И можно спрятаться и послушать эту замечательную песню до конца. Может, они до припева дойдут.
Поет девочка и отец. Видимо, тот самый священник с хуй пойми запомнишь именем. Почему глобус отсвечивает на стену, непонятно. ST Angle. Ну, на конце E, а вот что? Strangel, что ли? Strangel. Как перевод Strangel? Странник. А этот листок он не забрал, значит, великой загадки с проектором не будет, что ли? Блять, ну хотя бы светло в этой комнате, но я все... Ну и в этой школе, но я все равно школу боюсь больше, чем триперную деревню с этими уебанами. Ну давай, давай, спорим, сейчас опять язык анальный меня схватит и вытащит куда-нибудь, блять, в говно в какой-нибудь. Ну давай. Нет, смотри-ка, нет. Что? Он идет. Это уже здесь сказали, по-моему. По-моему, сейчас на выходе из этой клоаки меня примут, походу. Я никого не видно. А откуда они знали, где я вылезу? Я сам не знал. Я сам не знаю, откуда я здесь появился. Не, вроде никого нету. А, ну вот они, ППСнички. Здравствуйте, Нет, давай, отпусти, черт отвалите. Спиры! Во славе Господа! Господи, я верую! Я верую! Верую я, блядь, отпусти. Его пророку ноту хвала. Ну давай, мастер бластер, что тебе надо? Да, я должен быть уверен. В чем этот мелкий голум должен быть уверен, не понял. Открой ему рот. А, понятно. Бля. Ну насрал, мудельсет. Так они распространяют трипер сифилис и спит. Он не запятан, он чист. Да каким хуем-то? Он мессия пораженный. Ты вонючий дворняга, он еще не перепал. Я был чист, пока ты мне своей триперной крови в рот не накапал, мразота, бля. Ну ты мудак, бля, насрал. Начальник, блядь! Начальник! Что? Нихуя по Яблинскому съездили, ёпта. На крыльях саранчи, незапятный. Они идут меня распять, они распять меня решили. Ебанутые, бля. Ах вы. Канибер в горах. Идола нашел, взял его на плечи, улыбнулся и пошел. В этот же момент, черный берег, люди перед ним отнесли словно земли. Стали все они. На его пути, посмотрите, вот все воплоти. О, это Майкл Майерс был, смотрите, из ДБД. Привет вам, друзья и братья, у моих не валяйтесь, наконец понятно, что я вам не хочу. Это проповедь, вы должны быть проповедь. Вы все говно, блядь, божье, вот моя проповедь. Облейте друг друга бензином и сожгите, или соберитесь в кучу и сжарьте друг друга, пока жопу не заебстете друг друга до смерти, мрази. Хорошо, старина, не думаю, нам стоит забить эти гуи. Старина, нет. Подожди, стоп! Ебучая сила, в натуре забили. Да куда два гвоздя-то, ёпты, два-то куда? Ты что, ебанули, что ли? Иисуса, блядь, одним прибили, лох ёбаный, не знаешь, не берись. Да, охуенно было просто, блядь. Давай в другую еще три теперь, пиздякай. Что тебе дать? Блядь, еще и руку мне в рот засунул, блядь. Пидорас, блядь. Современный Христос скорее будет использовать камеру, а не книгу. Ага, пробовать, как я мог. Не знаю, современный Христос. Охуеть, вы что, почему чё, поехал, что ли? Прости, что сомневался, нет, и страданий, которые я не знаю. Мне очередная рана. Блять, что за, ну... Почему вы слушаете гнома, ёб твою мать? Это просто иди уроки выучите. Вы охуели вообще. Вот так и с Богом, да? Сука.
потопан библейский вам на головы. Блять, это ничего, конец игры, что ли, или что? Или я сейчас с гвоздей снимусь, как-то и убегу? Я Спартак! Да. Ну и бред, нихуя не понял. Что, они считают, что я их бог? Я бог прокаженных, что ли? Я бог этих трахунов? Просто представьте, во рту вкус крови грязных, блядь, сифилистических, блядь. Блядь, фу. Слушай, что-то я какой-то впечатлительный. Блядь, натуре мразь. Ну, что ты на руки смотришь? Вот хуй бы ты так слез, на самом деле. Вот вообще, ты же понимаешь, что, ну, тебе не просто там... Что? Достижение? Держись, детка. Истекайте кровью, нужно найти бинты. У меня в кармане были. А, это ж не просто, вот тебе мясо пробили гвоздем. Это мясо-то зарастет, а те ж там сухожилия, там кости какие-то повредить должно было. Эти руки, ими теперь даже подрочить нельзя при желании. Попробуй поссать, может хотя бы продезинфицируют. И в рот себе носы, там сифилистические руки были. Так, кто-то срет в это бревно, но я думаю, что я проползу под ее очком беспалевно. Но главный герой стал быстрее ползать, хочу заметить. Нет, она не срет. Если бы я делал эту игру, герою бы сейчас на голову насрали. Это что за хуйня в кирзачах? С одной рукой. Он и то, наверное, сейчас здоровее моего главного, моего протагониста, бля. Ох, ёб твою мать. Ах, вон бинты-то, блядь, где? Я-то. Здесь они ими жопу не вытирали свои. Ёбаные сифилитики. Кончалыги, сука, сраные. Ну давай, лечись. Почему ты не лечишься? Черт, охренеть. Ох, как дьявольски больно. Нет, он говорит матом, он говорит, я мой врат, пидор. Все, на вторую руку не хватило. А, ну это пиздец, это ранка не болей называется, не знаю. Какие-то два слоя марли, бля, и все готово, ёпта, Рэмбо в бой. И вновь продолжает собой. И мы на руках, пробитых гвоздями, еще и подтягиваемся. Нет, понимаешь, что жить захочешь, не так изъебнешься, но, блядь. Есть, конечно, есть же предел человеческих возможностей. Невозможно, блядь, держать свой вес на руках, пробитых гвоздями. Приговаривать. Ох, черт. Дьявольски больно. Черт. Сука, я бы, знаете, что, я бы выточил кол осиновый, блядь, и вбил каждому этому пидору в жопу, пока они спали бы. На утро в этом лагере не проснулся бы никто. А потом пошел бы к верунам и им кровавую баню устроил, блядь. Отрезал бы папину эту хер, сварил его и заставил его сожрать его, блядь. Блудливый сифилистический член, блядь. Под своим фирменным майонезом, который бы ему любезно сцедил, блядь. Своими пробитыми гвоздями, руками. Мелкого карлика бы, блядь, на хую таскал, сука, так же, ну, сейчас на 6. По-моему, сейчас мне дадут пиздюлей. Опять сифилистическая мразь тут какая-то. Ну чё, может еще бинты в три слоя, блядь, наебеним, а? Хочешь? Да нельзя, что? Я должен умереть? Да это вы должны уже давно сдохнуть, гули ебаные.
Да иди ты нахуй уже отсюда с своим фонарем, блять, я тебе сейчас, сука, в натуре, я тебе ночь сейчас на оба глаза сделаю, ёпта. Сейчас твои глаза у меня на пальцах моргать будут, говно, бля, вонючее. Занято, какаю. Кишкотня какая-то. Фонаря нет. Так, ну пока он долбится в двери, мы сейчас раз-раз и в дамке. Ноги-то мне гвоздем не прибили, слава богу, я еще могу на них побегать. Хорошо, что они недоучки Библию не читали, потому что там, там еще и ноги приколачивали. Насколько мне память не изменяет. Помню, обычно хорошо. И всего было 3 гвоздя, 2 в руки, 1 в ноги. Обе ноги 1 гвоздем, поэтому... 3 пестами, поэтому верующие и крестятся. А тут сразу, блядь, 2 в руку, нахуй. 1 во вторую, заебись. Нихуя вы, веруны. Бог, блядь, у вас не гонорея, Бог просто вас обосрал, блядь, за такое. Блять, Квазимода быстро носит. Че он сказал? Сейчас пиздану, он крикнул. Сейчас пиздану. Ну, где там этот мелкий патимейкер? Блять, я его удачно... О, нахуй, заебенили кого-то. Дерьма, никто не спасется, никто. Будет мир, который бывает только после войны, никто не уцелеет. Бля, его классно обошел просто, как Аршавин в лучшие годы. Ангелия какая-то вспомнил. Пошел нахуй, косорукий. Мимо. Ёбаный рот, ну как так-то, ну как так-то, блять, а? Сука, у него лук из резинки от трусов и коряги сделан. Такая нахуй точность стрельбы, бля, у этого. Обмутка, сука. Ай, дрочливая, индейец, дрочливая рука, сука, попал все-таки, ну... Ай, заебало. Че, живьем уже можно меня не брать, да? Последний может достичь только путем молк, есть только один путь. Живи да мучайся. Я надеюсь, ты будешь своему племени сифилитиков рано или поздно спокойной ночи малыши на... показывать. В смысле, тебе вставят руку в жопу. Так, он ушел. Уебан. Валили тут коряк специальных, чтобы их можно было обойти. Дегроды, блять, что я там зацепился носками, что ли, задолбал-то? Шнурками, блядь, шнурки застряли. Прыгать в эту воду. Ну давай. Ты стесняешься. Ник это великан, походу. Блять. Сколько герой может не дышать, интересно. Нормально, я выждал. Вытерпел. Ник сейчас там посыт костер, всем на радость. Все. Достанет эта дверь баррикадой господней. Святая защелка
Да спасет меня. Бинты халявные. Нельзя взять больше бинтов, пиздец. Намотай ты их все на руку. Для трупов ты уже что? Опять что ли? I keep coming back earlier. What the fuck? Да мне самому интересно, как ты заеб уже, блядь, со своими флэшбэками. Пидормот, бля. ДНТЛТМГГ. Что, блядь? Белые снежинки кружатся с утра. Выросли сугробы. Холодна пизда. Так, может, они что-нибудь записали? Записали мне на камеру? Ничего. А я надеялся на запись. На запись увидеть, как здоровый мелкого натягивает. Не то чтобы меня интересовали подобные видеозаписи, но просто вот конкретно этого пидора мелкого, блять, я ненавижу. Блять, выход. Ой, блять, ебаная каша, сука. Может, выход все-таки, блять, может с разбегу можно как-то выйти. С ноги. Нет, блять, нет. Кола, блядь, я не знаю, разбей окно, ну давай убежим в зиму, блядь, в мороз убежим, пизду отсюда. Господи, черно-белый телевизор Ладуга. Спотлайн. Сначала мне показалось, что написано Сталин, потом подумал Сралин. Теперь тут спотлайн какой-то, еще тут батарейка лежит. Сколько у меня батареек-то там, господи. Ёпта, одна?! С какого хуя? У меня много было батареек, их пол игры копил. Эти пидоры забрали мои батарейки. Пизда-то, блядь. Вот это классный поворот. Пиздец. Экономил, краил, копил. А, хуяк, все забрали. Нехуй, блядь, копить, экономить, краить. Чайлд. Заебал этот висельник уже. Ёб твою мать, лучше в точки играли. Или в этот. Не знаю. Но самая тупая игра, это, конечно, крестики-нолики. Я думаю, что если два адекватных человека будут играть крестики-нолики, блядь, никто никогда не победит. Ну, блин, есть же там, не знаю, всякие игры. Ебаческая сила. Паранормальное явление. Записывай, смотри. Говнопровод потек. Эй, пиздец закрылся. На самом деле можно не делать эти записи, потому что они один хуй не работают. Разрыв какой-то. Это разбрызг был. Там слышен какой-то шепот, как в Dead Space, на протяжении всех трех игр, там в коридорах что-то. Хуй поймешь, что там. Ну все? Че? А, ёпты, конечно, все. О, сортир. А, так я тут был. Только я не со стороны столовки заходил. О. Is that a... телефон? Что это, блядь, такое, нахуй? Я ничего не вижу, блядь! Жопу, бля! Это многорукое уебище какое-то, блядь. Я в дубе таких стрелял. Стрелял из обреза. Бля, беги, нахуй, беги! Давай! Сука, блядь, сука, нет! Нахуй, под стол, давай, лезь под стол. Я так понимаю, что... это был тот самый демон, который выпрыгивал. В этот раз он не так резок. Блять, хорошо, что он не выпрыгнул хотя бы. Когда выходит, это гуманно. Это гуманный скример. Как бы это... Дайте-ка сменю какую-нибудь ячейку. Ячейку сохранения.
Че, мне обратно... Я так понимаю, что многие моменты в этой игре работают так, что надо сначала убежать, а потом вернуться. И... Телефон-то звонил. Вот так вот. И музыка кончилась, блять. Она что, из-за двери звучала, что ли? Че с камерой-то? Где фокус-то? Ёбаный только не помехи. А, микрофон, микрофон. Бля, что так нихуя не видно, что так нихуя не видно. Может, батарейки какие-то есть? У меня одна батарейка, это что-то... Не по-христиански, не по-людски вообще. Да иду я, блядь, иду я нахуй, иду я. Hello, Moto. Слава богу, ты жив, сохраняй спокойствие. Поможем тебе, мы вытащим тебя оттуда. Ты должен найти место, где спрятаться, безопасное место, где ты сможешь помнить вкус ее поцелуя. Когда ты почувствовал, как ее шея ломать, чертов ублюдок. Как сакер. Хуесос он его назвал. Яйцесос. А чё, он ее целовал после того, как у нее шея треснула, что ли? Я так понял, я так понимаю, что его подруга повесилась в школе, и у него какая-то травма после этого охуительная. Так чё дальше-то? Чё дальше-то? Это видение-то пропадать себе... Вообще, вообще интересное вот в этой игре сделано, когда главный герой заходит в какую-то ситуацию, из которой, блядь, нет логического выхода, происходит какой-то, блядь, флешбэк, чё-то телепорт туда-сюда обратно, и ты появляешься уже в какой-то хуйне, уже в другом совершенно месте. Блядь, гениально просто. Избавили себя от необходимости продумывать какое-то адекватное решение вопроса. Чё, блядь, за хуйня? Пизду отсюда, ломимся, ломимся. Ох, нахуй, он где-то идет, где-то он идет, блядь. Это она куда, в шкаф, что ли? Блядь, пусти меня, он единственный без замка, он единственный без замка, давай, блядь. Ну вот, пожалуйста, заживо погребенный 2. Это шкаф, что ли? Халат он какой-то, триперный, блядь. And infer... Инфетрипер Аспера. Set us free. Ну, как я и говорил. Carpe Abyssum Artrum. Чё-то на латыни, по-моему, это нихуя не английский. Лэрд. Нет ничего более жалкого для страждущих, чем жалость к себе. И я верю, что ты не позволишь найти себе удовлетворение в таком женском грехе. Если последователи, которых я тебе доверил, испытывают голод и боль, то я боюсь, это последствия их физических грехов и воля Господа. Я отправляю тебе столько еды и вина, сколько Господь хочет, чтобы у тебя было. Блять, сука. Я думаю, что так должны депутаты скоро начать у нас в стране отвечать, что мы платим вам пенсии столько, сколько Господь хочет, чтобы мы вам платили. Вы платите за квартиру столько, сколько Господь хочет, чтобы вы платили. Господу угодно, чтобы у нас были виллы, блядь, на Багамах. Господь хочет, чтобы патриарха Майбах был. Богу угодная машина. Молитвами заправлена. Ладно. Господь хочет, чтобы у тебя было и не больше. У меня были видения о том, что чума распространяется, и все наши страдания достигают той точки, в которой никто из нас не сможет вынести больше. Поэтому, блять, вот если бы эта игра была для VR, ебать, колотить. Поэтому возрадуйся, пусть тебя утешит то, что скоро мы достигнем центра этих страданий и уйдем в вечный рай. Если ты не можешь управлять своими людьми с помощью слов, делай это кулаками своего ездового животного. Лэрд — это гном, значит, да, карлик? Тирион Ланнистер местного пошиба. Папа любит тебя. Господь избавит тебя, Нот. Постскриптум. Я добавил сумку соленого печенья, которое так любит Ник. Проконтролирую, чтобы он его получил. И знал, что это подарок от меня. Ну да, вдруг когда-нибудь мелкий захочет, чтобы Ник дал ему пиздюлей.
А тут папа Нот скажет: «Эй, Ника, помнишь, я тебе дал твое любимое печенье? Смогу добраться до шахты, ты заебался своей шахтой уже». Нихуя себе, сказал два раза я себе. До свидульки. Верните меня в школу. Давай. Давай. Обратно. Телепорт. Работай. Хоп-хоп. Нарния! Сука. Нарния. Хуярния тут. Ладно, джентльмены, дамы, леди и господа, мальчики и девочки. А продолжение будет в следующей серии. Так что что-нибудь нажмите, что-нибудь напишите, а я тут пока в ящике потрясусь.